Тюмени решили судьбу сгоревшего дома на улице Камчатской, 93. Напомню, несколько дней назад там случился крупный пожар, эвакуировали 4 человека. Всего в двухэтажке было 12 квартир. Представители городской администрации провели встречу с погорельцами. Часть людей разместили в гостиницах, а сегодня было подписано распоряжение относительно этого дома. Участок, на котором находится сгоревшее здание, войдет в проект комплексного развития территории. Это значит, что на участок зайдет застройщик, он берет на себя обязательства по строительству новых домов, инженерной инфраструктуры, благоустройству, но в первую очередь по выплате компенсации погорельцам. И размер будет рассчитываться, исходя из стоимости аналогичного жилья. На оценку имущества будет проводить специализированная организация. Проконтролирует эту работу администрация Тюмени. Отмечу, помимо этого, городскими властями сейчас организованы консультации правообладателей сгоревших квартир.